Второе, что я сделаю, когда стану президентом. Депортирую всех долбоебов из страны. Всех. 5 марта, сразу после моей инаугурации, будет проведен всероссийский тест на долбоеба. Все выявленные долбоебы будут посажены в товарняки и вывезены в Польшу. Безвозвратно. Да, города и села опустеют. Будет тяжело. Но это будет праведная тяжесть перед лицом великого долбоеба. Мы все должны будем сплотиться, ибо тот, кто хочет жить, обязан бороться. И мы готовы бороться до последнего вздоха. И лучше ужасный конец, чем ужас без конца с долбоебами. Тяжелые времена требуют смелых решений. Исторических решений. 4 марта ставьте галочку напротив имени Эльдар Энн Хэтэуэй «Опасность Бродвей». Моя программа проста. Россия без долбоебов. Нажимай на кнопку и подписывайся на наш революционный канал.